Боевой Дед Мороз Академии ММА. Расскажите, пожалуйста, Дед Мороз, про сегодняшнее мероприятие. Как вам? Сегодня мы провели наш плановый, традиционный рождественский турнир, приурочен к Новому году и Рождеству. В связи с ситуацией в стране и мире ввиду пандемии у нас не получилось его сделать более организованно, но мы его сделали согласно традиции. И мне кажется, получилось очень хорошо. Очень много участников, интересные бои, новые какие-то ребята себя раскрыли, открыли свои таланты. В общем, было весело, дети довольны, это самое главное. Как вы, Дед Мороз, успеваете за своими делами следить за всеми детьми на протяжении года? Работа такая, привык, годы, опыт, так сказать. А что надо остальным ребятам сделать, чтобы в следующий раз себя хорошо показать? Что советуете детям? Детям заниматься спортом и слушать старших, чтобы и своих родителей. Брать пример с тех, кто тренируется в зале, и только хорошие поступки запоминать. С наступающим Новым годом, спасибо. Вас также, спасибо.